Вся Россия скорбит. Погибла актриса театра «Сатирикон» Полина Шанина. Актриса Полина Шанина разбилась на смерть после падения из окна многоэтажного дома, в котором она проживала, о чем рассказывают СМИ. Среди общественности уже распространяется возможная версия причины произошедшей трагедии. Артистка выступала в Московском театре «Сатирикон», где проработала уже 8 лет, а поступила туда сразу после окончания МХАТ. Известно, что помимо ролей в театре, актриса также появлялась на телеэкранах в фильме «Комбинат Надежда». Смерть знаменитости стала настоящим шоком для зрителей и родных, а также всех, кто был знаком с Шаниной и ее творчеством. Есть версия, что Полина Шанина могла свести счеты с жизнью, поэтому и выпрыгнула из окна. В апреле этого года трагически погиб возлюбленный актрисы, вследствие чего на протяжении длительного времени она переживала и не могла оправиться от такой потери. В соцсетях на странице артистки появились печальные записи, которые не оставались без внимания публики.